Всем привет! С вами я. Как вдруг будет видеть шмелей? Не шмелей, а ос. Ой, не ос, это тих. Как там они называются? Шершни. Их дофигище, как видно. Мой друг дебил. Он бьется с одним шершнем. Вот он. Они прям в лицо летают. Вон оно. Ну. Он хотел мне в ухо залезть. Они нападают. Они на меня нападают, на оператора. Ну как так можно? А, блин! За что на оператора? Оператора, ну за что на оператора нападать? А-а-а! Блин! Он до сих пор возле меня, но я не знаю, где он. Меня уже укусили в плечо и в локоть. Вот они видят Тиму! Самый жирный на Тиму нагнался. Я устал уже. Согласен. Я выкинул палку и кинул их листьями. Не, ну серьезно, там шершни. Я вам точно говорю. Они больше вас в два раза. Я кинул у них камень. Они начали чаще. Мне, блин, одна прям в ухо хотела залететь. Я с капюшон жевала, блин, прям в ухо. Тима. А, Тима, они все за тобой. Они теперь за мной, блин. Оператор должен быть невредим, но я уже повредил себе плечо и локоть. Если бы вы только знали, как же это больно. Тима, он сзади, 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 Тима. Вон он. Все, вон они все. Возле этого дерева. Ты нахера их привел? Нахера? На записи, наверное, их плохо видно. Но они там все заполонили. Целых пять в бочку прилетело. А вот еще один вид живого организма. Называемый красное говно. Вот так надо делать с красным говном. Вот так. Вот это качественно. Они все... Мне прям 5 в бочку влетело. Подожди. Я их даже посчитал. Тихо. О, они все видны. Так. Их, конечно, очень плохо видно, но они там все летают. Хочешь, я подойду вблизи, сниму их? Ты дебил, ты можешь кинуть случайно камеру. Я нормально. Ладно. Чтобы лучше их заснять. Я, короче, сейчас это... Буду. Давай, только не кинь телефон, это будет жопа. Я не дебил. Вот они.